купили вот такой вот наборчик для самостоятельного рисования диафильма. Тут маркеры, соответственно, инструкция и вот упаковка с пленкой. Мы уже ее нарисовали. Соответственно, вот такая пленочка. Вот такая штучка, по которой можно кадры отмерять. Ну и вот у нас здесь целая история. Я буду крутить, ты будешь рассказывать. Итак, поехали. Как называется история? Жил-был Мишка. Жил-был Мишка. Крути. Очень любил он ходить в лес за ягодами и грибами. Потом он пошел ловить рыбку, наш Мишка. Потом Мишка лег спать. Потом Мишка пошел к своему другу Бурятику маленькому и купил ему игрушки, черепашку и зайчика. Потом Мишка поехал к бабушке, старенькой, престаренькой, бабушке, прабабушке. Потом Мишка стал обедать. Потом Мишка лег спать. Потом Мишка стал подничать. Или рисовать это? Подничать. Угу. Потом Мишка пошел играть мяч. Ну и потом Мишка пошел ужинать. Потом спать Мишка пошел. Потом Мишка пошел завтракать. Потом Мишка пошел рисовать. Вот и нарисовай вот такой вот рисунок. Трявку, солнышко и облачко. Потом Мишка пошел обедать. Потом лег Мишка спать. Это послеобеденный сон, да? Угу. Потом Мишка стал подничать. Потом, ой, то есть завтракать. Потом Мишка стал заниматься. Вот так, типа, вот так. Спортом. Угу. Спортом, да? Угу. Потом Мишка взял, поднимает гантелью тяжелую. Потом Мишка стал обедать. Ой, то есть рисовать. Потом Мишка стал рисовать. Потом вот и нарисовай такой Мишка. Вот нарисовай Мишка. Солнышко, домик, облачко и птичку какую-то. Потом Мишка стал подничать. Потом Мишка лег спать. То есть обедать. Потом Мишка стал подничать. Опять подничать? Второй раз подничать? Ну, ужинать, просто, наверное? Нет, я просто немножко перепутаю. Там был обед. А, хорошо. Потом Мишка пошел играть в мяч на улицу. Конец. Такая вот история у нас про Мишку.